Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас распаковочка бумажных коллекций. Для этого нового видео я подготовила новую коллекцию. Это коллекция рисунки Карин из игры «Мое дитя». Те, кто играли или же играют в игру «Мое дитя», точно знают, что Карин и Клаус часто рисуют рисунки. Я возьму сегодня, давайте вот этот. Здесь Карин в поезде. И она смотрит в окошко. Что ж, и давайте приступать набирать пакетики для распаковки. Коллекция вайп-котиков. Осталось 5 пакетов. Давайте возьму вот такой. Здесь такой милый котик. Коллекция с вопросами. Кстати, я забыла сказать, что на нашей новой коллекции прикольная открывашка. Я такой еще ни у кого не видела. Надеюсь, что открывашка получится, потому что я ее делала по своему способу. Так, давайте я возьму этот. Здесь я нарисовала гусеницу, только не помню, как ее зовут. Угадай блогера, осталось 2 пакета. Угадай блогера Dream Team House или же вот такой. Это Франкенштейн, по-моему. Вот, и я возьму с Франкенштейн. Интересная коллекция с уточками Лала Фанфан. Я возьму желтую. Нет, давайте лучше белую уточку. Так, дальше вот это неизвестная коллекция, хотя те, кто смотрели мои прошлые видео, знают, что там попадается. Давайте я возьму вот этот. Обмен подарками. И для срисовки. Или же рисунки, которые рисовали все. Так, давайте с лисичкой. Это еще не все. У меня еще есть коллекция от подписчиков. Давайте я вам даже сделаю АСМРчик. Что ж, набираем пакеты. 3 пакета из коллекции карандаши. И осталось 2 пакета из... Если честно, я забыла, как она называется, эта коллекция. По-моему, моя ностальгия. Коллекция смайлики. Еда. Потом вот такая коллекция. По-моему, тоже связано со мной как-то. Новогодние подарки. И аватарки. Ну и также попыт. Эти все пакетики мы будем распаковывать. Также у нас есть адвент-календари. Вы себе не представляете, как я соскучилась открывать сюрпризы. Давайте начнем. Так, я хочу начать с нашей новинки, потому что хочу испробовать открывашку. Мою новую. Так. Если у кого-то будет такая открывашка или есть, то напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне очень интересно. Так, я хочу вас спросить, под каким номером вы думаете, что попадется? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 или 8. Пока что думайте, а я открою. Нет. О. В общем, открывашка, ну не знаю, сработала или нет. Я хотела, чтобы она была как будто бы адвент-календарь, который я делала раньше. Нам попался вот такой рисунок Карин, где она изобразила себя и Лив, ее подружку лучшую. Но это еще не все, потому что нам попалось еще вот это. Здесь она как будто бы перечеркнула все это, потому что она поссорилась с Лив. Лив больше не хотела верить, что тролли существуют, поэтому она с ней не дружит.
Кстати, под номером 1 попалась. Вот, кто угадал, пишите плюс в комментариях. Кто не угадал, минус. Кстати, потом Лив насмехалась над Карин. Очень вообще грустная история. Коллекция Лала Фанфан. Наша уточка. У нас очень много сюрпризов. Так, нам попадется сейчас сюда. Уточку. Точнее, я сейчас приклею просто. Эту уточку. Ой. Сюда. Ой, кстати. Две белые уточки. Серые даже. И сюрприз. Вау! Я даже забыла, что рисовала такое. Нам попалась вот такая кофточка, футболочка с сумочкой. И также вот такая вот шляпка. Шапка со свинкой. Вот так приклеим и вот так. Как вам эта уточка? Давайте легкие рисунки. Кстати, я приклеила вот это пакетик из этой коллекции, чтобы когда она закончилась, мы вспоминали, что такая была. И были очень красивые пакетики. Так, ваши догадки под номером 2, 3, 4 или 8. Пока что догадывайтесь. Нам попалась под номером 8 вот такой арбузик. Признавайтесь, кто рисовал арбузик. Если вы рисовали, то отправляйте мне смайлик арбузика в комментариях. Я вот, например, такой рисовала. Переходим дальше. Это коллекция вайп котиков. Очень уж это мне коллекция нравится. И многим тоже. Не очень приятно. Под номером 2, 3, 5, либо 7, либо 8. Пока что можете догадываться. Опа! Нам попался котик с зонтиком. И я не знаю, что это за животное. По-моему, лама. И она под контуром 7. Вот здесь. Так. А, здесь было написано 7. Мне очень нравится эта коллекция, потому что котики вот, это очень милое создание. И без котиков просто не весело. Без котиков. Дальше эта коллекция, она как бы неизвестная. Но это шапочки плюшевые. Точнее, ободки плюшевые. Под номером 2. Нам попался вот такой ободок. Это барашек, да? Баран? Барашек. А, под номером 2. Сюда. Я забыла, кстати, у вас спросить. Проверить вашу интуицию. Сюда. Как-то. Вот. Вот такая коллекция у нас получилась. Пока что. Пока что. Вот. Так, давайте продолжим коллекцию обмен подарками. У нас как раз эти первые пакетики. Так, нам попадется под номером 2 и под номером 8. Нам попалась вот такая шляпка.
Точнее, нет, это панамка. Под номером 2. Чудо. Очень красивая панамка с бабочкой. Где-то 1,5 минуты я трачу на то, чтобы найти насечку для наклейки. Следующий, последний. Нам попалась вот такая сумочка. Кстати, что бы вы выбрали? Очки либо сумочку? Я, наверное, очки. Вот, вы можете даже написать, что лучше, Carmex или EOS, ободок либо панамка, лейс либо крылышки. Я думаю, крылышки лучше. И мы попрощались с коллекцией «Обмен подарками». Коллекция «Угадай блогера». Мы закончим либо эту страничку сегодня, либо эту. Так. Так, и это нам попалось то, что в ТикТоке у этого блогера 11 300 000. Сейчас, конечно же, может быть больше. Это для этого. Вот. Мне кажется, это было очень сильно легко, потому что зеленка, ногти. Так, что такое? Я потом это аккуратно уберу скотчем. Вот, это был блогер из Инстасамка. В ТикТоке она подписана Самка Мьюзик. Это было очень сильно легко. По зеленке. Я думаю, те, кто знают, поймут. Но это была Инстасамка. Последняя коллекция от меня. Это вопрос-ответ. Или же, как говорит Анастасис, вопрос-ответ. Так, первый вопрос. Ролики или коньки? Это слишком сложный выбор, потому что мне нравятся и ролики, и коньки. Ну, на роликах я чаще всего каталась, поэтому ролики. Дальше, любимый цвет. У меня вообще два любимых цвета, это желтый и фиолетовый. Но, наверное, если один выбирать, значит, фиолетовый. Кстати, это не только для меня вопросы. Вы тоже ответьте на в комментариях, что лучше и какой у вас любимый цвет. Что ж, мои коллекции закончились. Переходим к коллекциям от подписчиков. Так, давайте я начну с адвент-календаря. Давайте начнем с этого. Я, кстати, здесь заметила Леди Баг. Если вы хотите еще коллекцию с Леди Баг, то напишите в комментариях. Что нам попалось? Вау, это мороженое. Мороженое на палочке. По-моему, это даже замороженный сок. Или же нет? Дальше давайте себе вот этот. Радужный. Здесь нам попался чаек. И вот эту, пятую. Это кактус. Мне кажется, эта коллекция в адвент-календаре называется кавайные... Просто кавайные рисунки. Раньше я такую коллекцию делала. Мне она очень сильно нравилась. Дальше вот это. Адвент-календарь. Кстати, как делать такой адвент-календарь, я показывала в одном из своих роликов. Можете поискать. Так, нам попалось ничего, в принципе. И, ну, здесь был же подарок. Такой утешительный приз. Сюда. И ничего. Вот такой. Ой. Так, здесь нам попалось два подарка. Мне кажется, что это подарки на Новый год. Баскетбольный мячик и елочка. Вот. Ой, это мой канал.
мой логотип канала Маринка Д. Очень мило на самом деле. И что это? Инста. Ой. Настя. Опять ничего. Ну, здесь же утешительный приз, да? Это морковка. Ну, ничего. Как мне везет. Что-то я увлеклась и открыла сразу 4 ячейки. Остальные ячейки мы распакуем уже в следующем видео. Поэтому обязательно смотрите мои следующие видео. Сейчас они, конечно, выходят не каждый день, как это было где-то недельку или 3 назад. Где-то 2 недели назад я выпускала видео даже каждый день на протяжении целой недели. Наверное, я так буду делать только на летних каникулах. Вот такая вот страничка. И я потом приклею вот это вот все-все дело, потому что у меня сейчас нет поблизости клея. Новогодние подарки. Мне очень сильно нравится эта коллекция. Начну с этого. Как делать такую открывашку, я тоже показывала от моего лица. В одном из своих роликов. И нам попался леденец. Вот такой леденец. Новогодний леденец. Под раскрас украшения этой странички. Зеленый и красный. Следующий пакетик со звездочкой. Так. Вот такой подарок. И нам попадается вот такая книжка. Merry Christmas. И последний пакетик. Нам попался оранжевый подарок, а в нем вот такое облачко. Мне кажется, это мягкая игрушка. Кстати, это открывашка. Что ж, спасибо тебе большое за эту коллекцию, мне она очень сильно понравилась. Так, давайте дальше эту. Это аватарки. Вот такой. Нам попалась черная аватарка. Только здесь не она, она не идеально черная. Здесь вот такую вот вкрапинку. И это Диана. Аватарка для Дианы. О! Это достаточно популярный канал. Это Трум-Трум. Мне кажется, все его знают. И последняя аватарка с буквой Ю. Но она покрыта блесточками. И здесь написано Юлия Макаровна. Если кого-то так зовут, я передаю вам привет. Вот такая очень красивая коллекция получилась. Самое удивительное, что только 3 аватарки блестящие. Карандашки. Наши 3 пакета. Ой. Нам попался оранжевый карандаш. Оранжевый, такой же, как упаковка на подарки была. Давайте вот так. Как-то. Следующий. Впереди у нас еще 2 синих пакета. И в синем пакете попался желтый карандаш.
Но это светло-синий пакет. Вот так. Кстати, на этой страничке, конечно, неправильно расположена радуга из карандашей, но как будто некая радуга. Мне кажется, что попадется зеленый карандаш. Ну-ну. Это зеленый карандаш. Круто. Потому что для радуги не хватает зеленого. И попалось. Давайте вот так как-то. Мне кажется, эта коллекция очень прикольная. Мне она очень сильно понравилась. Что ж, перейдем к следующей. Так. Это еда. У нас остался последний пакет. Как его открыть? Ой. Нам попался бургер. Знаете, как будто бы из губки Боба. Он делал такие вот крабсбургеры. В пакетике была только одна еда. Это бургер. Сюда. Нет, как-то вот так. Вот. Очень красивая коллекция из маленьких вкусняшек. Из этой всей еды. Я выберу, наверное, пиццу. Что бы вы выбрали, кстати, пишите. Так. Дальше вот эта коллекция. Давайте посмотрим, что же там попадается. Ух ты, посмотрите, что это. Очень красивая единорожка. Знаете, она как будто бы напечатанная. Очень красиво нарисована. Дальше вот это. Ух, точно, у меня когда-то была такая коллекция, по-моему. И вот это BTS песня. У меня были такие коллекции. А это, да, это к этому, потому что это Fluttershy, а это ее эстетика. Бабочки. Или же какие-то марки. Это все я должна приклеить сюда. Потому что это моя ностальгия. И, кстати, здесь такой милый смайлик. Вот такой милый смайлик. И я старалась как-то эстетично украсить страничку. Все-таки ностальгия, правильно? Под номером 4. Туда. Давайте это под номером 3. Конечно, номер 3 занят, но... Ой. Приклеим сюда. И последнее, это единорожку. Точнее, Fluttershy. Пони. Вот так. Очень красивая коллекция. Мне она безумно понравилась. Очень милая, очень прикольная. Большое тебе спасибо. Предпоследняя коллекция, потому что впереди еще две. Что это? А это же мой канал. Логотипчик. И нам здесь что попадается? Это тучка, да? Нет, это ничего. Что-то мне сегодня вообще везет на ничего. Смайлик какой же попался. Смайлик. Он вот такой. Очень сильно удивленный. Что же он такое увидел? Наверное, домашнее задание. Так. И вот такой смайлик. Кстати, я открыла комментарий на моем, не помню каком видео, но в общем, видео. И я там попросила в конце видео отправить мне эти смайлики. И почти все комментарии забиты этим смайликом. Давайте это повторим, и вы отправите мне этот смайлик в комментариях. Все и каждый, кто смотрит это видео. Интересно будет просто посмотреть, сколько будет таких комментариев.
и побьете ли вы рекорд. Что ж, так, коллекция Pop It. У нас здесь еще очень много коллекций. Так, пакетик этот. Что же нам попалось? Так. Опа. Скрепочка. Обожаю скрепочки. Pop It. Круглый Pop It. Как там? Наклеечка, конечно, сделана неправильно, поэтому она оторвалась так. Pop It в виде бананчика. Вот такой Pop It. И я не знаю, как его приклеить, потому что наклейка, она, получается, полностью отклеилась, и получился рисунок. Но, конечно же, я обязательно все приклею, все положу здесь, потому что наклеечка это вообще отклеивается. И я приклею морковку, подарок и баскетбольный мяч, вот, который у меня лежат тут. Всем спасибо за просмотр этого видео, я всех очень сильно люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Все, еще раз люблю. Пока-пока!